Welcome back to the Ellen of Talk Show. This is exciting today. We're going to go virtually with a really nice person. She's Oksana from Russia. Hi, Oksana. Привет. Hi, Julio. Привет. Thank you. Привет. Я переключусь на русский, потому что сегодня мы в России. Представлюсь еще раз. Я Оксана Клим, региональный менеджер Эленос. Четыре прекраснейших гостя у нас сегодня, каждый из которых обладает богатым опытом в сфере вещания. И давайте я всех представлю. Руководитель технического отдела ГПМ радио в Новосибирске Александр Лисученко. Здравствуйте. Здравствуйте. Технический директор концерна «Радиоцентр», а также заместитель начальника ПТК-4 ВГТРК Андрей Веденеев. Андрей, привет. Добрый день. Директор медиагруппы «Первый регион» Веденеев Сальби Хачмаков. Здравствуйте, Сальби. Да, здравствуйте, Оксана. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Заместитель руководителя комплекса техобеспечения «Русская медиагруппа Москва» Андрей Булдачев. Андрей, привет. Добрый день всем. Я вас всех благодарю за то, что вы нашли время и возможность сегодня поучаствовать в этой программе. И мы собираемся поговорить на тему «Бесперебойность вещания». И начнем, давай с тебя, Андрей Веденеев. Расскажи нам, пожалуйста, в двух словах, сколько у тебя станций, все ли находятся в Москве, как ты обеспечиваешь бесперебойность, какие проблемы возникают. Ну, мы все-таки не только радио, но и телевидение. Мы сегодня в день радио будем разговаривать исключительно радио. На данный момент я занимаюсь тремя радиостанциями холдинга «Москва Медиа». Это исключительно не сетевые станции. На данный момент это две радиостанции, которые эфирные. На радиостанция проводного вещания, которая до сих пор жива. На удивление, как бы не хранили, и это был такой, ну, специально обязывающий проект, с одной стороны, но на удивление, как бы по отклику слушателей живет и ныне. Про проблемы я скажу так, что на данный момент при всех современных возможностях и грамотном использовании выделяемых небольших средств на радио очень мало денег выделяется, я честно скажу, что как таковых проблем нет. Как только мы ушли к тому, что полностью взяли на себя доставку основного резервного сигнала и, соответственно, точек подключения через интернет для управления всем оборудованием, которое находится на передающих центрах. У нас схема достаточно типовая. Конечно, не все так московские радиостанции используют. Понятное дело, что в регионах я такого вообще очень мало встречал, даже когда мы еще сетью занимали собственной. Все это, конечно, упирается в бюджеты, в трудные взаимоотношения с РТРС. Это мое такое личное мнение, но чаще всего именно в это упиралось. Вот. У нас схема типовая для всех радиостанций. Проводное вещание, оно делается, основной канал, где у нас есть лицензия, это бывшие сети МГРС, а сейчас это РСВО, российские сети вещания и оповещения. Стандартно используем основной транспорт поток Е1. В резерве, естественно, используется IP, поскольку, ну, огромное количество оборудования, которое можно использовать, огромное количество вариантов мониторинга. Ну и самое главное, там одно условие, когда мы ставились, у нас не должны пересекаться магистральные трассы. И нам удалось это сделать, за исключением одной точки, где у нас есть выездная студия в англоязычной радиостанции в башне. Там у нас есть пересечение, и как бы до сих пор с этим не бьемся. Это лишь только из-за того, что когда ты спешишь, тебе нужно по-быстрому сделать, и резервный канал доставки еще при этом же придумать. И ты веришь на слово представителю того оператора, с которым у тебя нет выстроенных отношений. Mm-hmm. Ты получаешь так, что у тебя есть точка пересечения, и там узел падает, и у тебя падает все. Ну, основа резерв. На передающих центрах стоят, соответственно, FM-процессоры. FM-процессоры зарезервированы. Также на радиостанциях, на одной из радиостанций у нас есть TMC. Но на данный момент где-то уже, наверное, месяца три мы не делаем вещание TMC. Ну и, соответственно, как бы процессы все автоматизированы.
если уж не дай бог, каналы доставки оба падают, то есть резерв, который на предыдущем центре запускает резервную программу. Это не очень критично для музыкальных станций, а для информационных станций, коих у нас две, это очень критично, естественно, потому что это материал, который очень сильно отличается. А записного материала там днем нет. Это так называемые консервы, они идут максимум ночью. А все остальное — это живые эфиры там, с прямой актуальной информацией и с перекрестными эфирами с нашим телеканалом. Ну, вкратце, это вот так, это только часть, непосредственно оконечная точка на студийном комплексе и входящая точка на передающем центре. Мы просто филиал, можно прочитать, да, лишь название должности, филиал «Газпром-медиа» в городе Новосибирск, вещаем 5 станций, входящих в холдинг, это «Авторадио», «Юмор-ФМ», «Камеди», «Детское радио». И так исторически сложилось, что мы вещаем здесь еще франшизу «Радио Шансон». Что касается резервирования и доставки, мы тут находимся вообще в идеальных условиях. Почему? Потому что мы находимся на своих площадях, за исключением антенно-фидерного оборудования. И все это в зоне там 30-50 метров. То есть на одном этаже у нас студии, производство, вещание. Выше этажом аппаратно с передатчиками до 130 метров фидера на вышку. Соответственно, основная проблема резервирования доставки вот снята, как будто ее нет, потому что чистая медь поднимается на следующий этаж. Что касается резервирования передающих мощностей, тут скорее не только их резервирование, а грамотный подход при проектировании и запуске станции. То есть мы выбрали изначально стратегию использования оборудования одного производителя, который подразумевает использование еще системы мониторинга за своим оборудованием. Она нам позволяет управлять передатчиками вплоть до изменения частоты и мощности и контролировать их состояние, температуру, потребляемый ток, скорость вентилятора, все. То есть, естественно, уровень MPX, мощность передатчика, мощность отраженную. И на фоне этого оформляет отчеты периодически, либо в случае аварийных каких-то пороговых значений отправляет нам уведомления на почту электронную, смс-оповещение. Это мы как настроим, как нам удобно. Это одна первая часть контроля. Есть еще следующий уровень контроля. Это измерительное оборудование в офисе. Мы отдельно, хоть отдельно, вещательная часть отдельно, поэтому мы можем позволить себе в офисе поставить измерительный приемник, который будет при изменениях параметров самого сигнала, то есть мощности, там, уровня сигнала, тоже выдавать оповещение. То есть наш упор все-таки это проконтролировать, что может происходить. Потому что исторически сложилось, что у нас нет ни автоматического перехода. Ну, вы понимаете, да, что переключить мощный передатчик, да, между антеннами или менять передатчик, это нужны отличные свечи, огромные, дорогие, и которые пригодятся от силы раз там, в полгода. В нашем случае, может быть, раз в год что-то происходит, что вынуждает поменять передатчик. Вот, и, соответственно, если это происходит, у нас есть проблемы. Мы должны в течение там, часа-получаса прискакать и устроить там, замену, перестройку, перекоммутацию вручную, да, то есть открутить фидер, прикрутить к другому мосту и продолжать вещание. Ну, соответственно, это происходит у нас год раз. К сожалению, это происходит либо ночью, либо выходной, поэтому пока человек прискакивает, переключит, это уйдет больше времени. Ну, а что именно вот непосредственно резервирование касается, это мы в течение нескольких лет боролись, не то что боролись, а пытались мелкой кровью, что называется, с электросетями, но все-таки решили вопрос. У нас два ввода с автоматическим вводом резерва. То есть при пропадании электроснабжения с одного ввода переходит автоматически снабжение на другой. Вроде вещь стандартная, но она заняла там несколько лет. Самое сложное в данном случае – это раздолбайство провайдеров. Два прецедента. Да, пьяный экскаваторщик в центре города, откуда он взялся, да, раскопал канализацию, не ту. И у нас был мороз. В одном месте была воздушная линия оптическая.
натянулась от сжатия до такой степени, что потянула волокна. И часть волоконно-оптических линий была разорвана. И мы там 6 часов молчали, потому что оператор менял сначала участками, а потом в итоге весь участок заменил и все заработало. Поэтому, да, пошли на то, что детское радио и камень мы пересчитали и пошли на это, чтобы обеспечить беспрерывное освещение. Перейти мощности, вот альтернативная вышка, где мы находимся, она буквально в прямой видимости вот на окне РТРСная вышка, это где-то 4 квартала буквально. И переехали сюда, здесь и стоимость лояльнее, да, и обеспечивать бесперебойность не можем мы сами своими силами, не связываться ни с дежурным РТРС, ни с их регламентами. Вот, я не знаю, анекдот, наверное, на всю страну уже. У нас на РТРС запрещено использование комплексного стереосигнала, то есть передатчики, да, подключенные по аудио. И это уже... С одной стороны, это смешно, с другой стороны, я так потираю ручки, потому что вы понимаете, что звучание совсем другое, другой уровень совсем. Это РТРС, наши любимые ребята. Вот. Соответственно, у нас остается тут проблема одна. Две. Это электроснабжение. Это от нас мало зависит. Да, обе подстанции могут же выключиться, правильно? Вот у нас можете посмотреть, как лето нас заливает, площадь труда, и там машины останавливаются. Бывает в это время как раз и отключение. Тоже, наверное, из-за дождей. И второе, это какие-то непредвиденные вещи на вышке. Допустим, я когда пришел сюда работать, досталось хозяйство в крайне разрушенном состоянии, потому что, наблюдая там в бинокль за антенном, видели, что джамперы от вибраторов просто отрывались. Отгорали, отрывались в прямом эфире. Да, то есть вещание было остановлено, и выключали все передатчики, и люди зимой лезли, ремонтировали. То есть, соответственно, если мы будем ремонтировать заранее, да, загодя плановый предупредительный ремонт выполнять, вот тоже эту головную боль сними. А третье – это передатчики. Выбирайте оборудование, которое не будет вас подводить. Будет вам счастье. Коллеги, еще раз здравствуйте. На самом деле, в настоящее время мы вещаем около больше 55 радиостанций. Сейчас летом планируем еще 2 запускать. Радио 7, радио Дача. Мы работаем с ведущими холдингами, РМГ, Европейская медиагруппа, Крутой Медиа. То есть у нас более 11 форматов, которые мы вещаем. Причем вещаем в 21 городе Краснодарского края, Республики Адыгея. Это город Краснодар, столица Кубани, город Майкоп, это столица Республики Адыгея, это я говорю из столиц субъектов Российской Федерации, и город Новороссийск, это крупные города, остальные это небольшие города с населением 100 тысяч и больше. Начиналось все 15 лет назад с русского радио, которое мы запустили в Майкопе. Вещали мы 3 года на РТРС, причем вещали, нам досталась мощность 4 киловатта, вы сами понимаете, какие это расходы. И, в общем-то, успели мы перерегистрировать частоту на собственной объект связи, построили у нас в городе на доминирующей высоте объект связи, поставили свою вышку, поставили свой контейнер и начали вещать уже со своего объекта связи русской радио. Естественно, это нам позволило достаточно сильно сэкономить, и сэкономленные средства мы пустили на развитие. Сейчас больше 55 радиостанций, как я уже говорил, и мы уже не заходим ни в коем случае на объект РТРС. То есть мы арендуем башни у операторов сотовой связи. Это позволяет нас уйти от таких медвежьих объятий РТРС, где действуют свои законы, финансовые, технические. Я думаю, что из главных, если говорить о вещании в малых городах, то там, прежде всего, болевые точки – это питание. Питание и, как ни странно, работа провайдеров. То есть мы подключаемся к тому же мегафону, если мы арендуем у них место в контейнере, мы подключаемся.
подключаемся к Мегафону, МТС, Ростелекому. И вот, вот эти вот факторы, да, где-то, как уже говорили ранее, экскаваторчик раскопал кабель, значит, и связь пропала. Или вот как у нас недавно было на объекте связи в городе Лабинске, просто перебои с электропитанием такие, что у нас бесперебойники, просто бесперебойники вышли из строя. Мы на каждом объекте связи стараемся ставить блок бесперебойного питания, чтобы сгладить с чистой синусоиды на выходе, чтобы гладить перепады напряжения, которые бывают в малых городах, так скажем. Это вот первая боль, с которой мы сталкиваемся. Ну, в общем-то, по антеннофидерным устройствам, я думаю, что первый постулат, который мы уже внедрили в свою жизнь, это использовать только оборудование качественных производителей, ведущих производителей. Не экономить на АФУ, потому что рано или поздно приводит к результатам, что нужно зимой ехать на объект за 100-300 километров, значит, лезть на вышку и что-то там менять. Поэтому стараемся уже не экономить на АФУ, использовать качественное оборудование. Если мы говорим о удаленных объектах, где нет обслуживания, а на удаленных объектах у нас нет обслуживания, все происходит в автономном режиме, мы стараемся ставить туда передатчики, которых можно дистанционно мониторить, дистанционно через веб-интерфейс заходить, отслеживать параметры передатчиков, делать ему рестарт. Также у нас вещательные станции, оборудованные системой мониторинга с уведомлением каких-то аварийных ситуаций по СМС. Мы можем оперативно отслеживать проблемы, которые у нас есть в каждом населенном пункте, потому что 50 с лишним радиостанций – это достаточно большой ресурс и большая и тяжелая ноша на самом деле. Ну, еще один фактор, наверное, который влияет на устойчивость связи и устойчивость радиопередачи, да, это погодные условия. То есть вот у нас сейчас сезон гроз, естественно, вещание со спутника, прием со спутника программы затруднен. Поэтому мы стараемся резервировать на каждом объекте связи, резервироваться через интернет. И в случае каких-то атмосферных явлений мы переключаемся на резерв, значит, и вещаем уже с резерва радиопрограмму. Если говорить о объекте связи, значит, на городе Майкопе, где у нас мы вещаем 10 радиостанций, с электропитанием у нас здесь все достаточно неплохо. Мы в свое время купили и смонтировали мощный дизель-генератор с автозапуска на 20 с лишним киловатт, который в случае пропадания питания сам включается, сам, значит, переводит энергопитание на резерв. И тем самым мы, в общем-то, практически независим от перепадов напряжения, и связь передачи сигнала у нас не зависит от скачков напряжения или пропадания вообще. Если говорить о передатчиках, у нас широкая линейка, мы используем передатчики разных производителей, и отечественных, и зарубежных. В общем-то, есть свои плюсы у одних моделей, есть минусы, но, в общем-то, идеального передатчика мы пока еще не нашли, на самом деле, который он может обеспечить и теми, обеспечить характеристиками и качеством и безотказностью своей работы. Ну, наверное, идеального не бывает в этом мире ничего, поэтому вот работаем с тем, что есть. Мы сейчас пока будем говорить, наверное, только о Москве, так в городах. Вот недавно в Питере хитрофон запустили.
Что касается резервирования, если мы говорим об РТРС, то, допустим, в Москве, в Питере, безусловные условия РТРС – это наличие основного и резервного передатчика. Соответственно, мы были вынуждены купить два передатчика, основной 5 кВт, резервный 1 кВт, в таком режиме работы. Что касается Москвы, это высокочастотные части, если мы будем говорить об Останкино, то тут тоже требование РТРС в наличии основного резервного передатчика. Соответственно, у нас в Останкино 4 частоты, и у каждой частоты есть резервный передатчик. На 3 радиостанции работают с мощностью 10 кВт и 1 5 кВт. Ну, соответственно, у каждой частоты резервный передатчик на 2,5 кВт. Что касается электропитания, в Останкино, в принципе, там все хорошо. Иногда присутствуют просадки напряжения, но они не более 1,5-2 секунд. А на каждую частоту стоит свой АВР, 2 независимых луча, водопитание. Соответственно, с электричеством, в принципе, проблем нет. Если мы будем говорить о других радиоцентрах Москвы, от кого-то Балашиха, мы там присутствуем, то на КТОДе я вообще не припомню проблем с электропитанием, они в этом плане вообще молодцы. А Балашиха в последние там, лет 10 очень серьезно подошли тоже к проблемам с электропитанием, которые у них были раньше, еще в нулевых годах, я помню. А они сейчас закупили, ну, сейчас уже лет 5-7 назад, если не ошибаюсь, очень некислые бесперебойники. И вот последние, ну, лет 5, наверное, проблем с питанием я вообще не помню. Соответственно, вот наши радиоцентры, как они подошли к вопросу резервирования электропитания, их все можно похвалить. Тут вопрос нет. Что касается доставки программы, то на все три радиоцентра у меня немного разные схемы. Но если говорить об Останке, на основной точке вещания радиостанции РМГ, то у меня я последние 3 года занимался перестройкой всего радийного комплекса. До этого основная линия доставки – это была аренда услуги доставки аудио у Синтеры, основной канал, доставка ЕС-сигнала и резерв комкоровскими кодеками, работающими через Е1. Тоже услуга называлась доставка аудио. А на данный момент я следующую схему собрал. Соответственно, у меня резервный канал доставки – это полноценный вынос LifeWire до радиоцентра, до Останкино. А также через темное волокно у одного из провайдеров Москвы. И основной канал, также LifeWire, но отдельный сегмент сети, который не вяжется с офисной LifeWire, а в него заходят АЕС-сигналы с 4 радиостанций, соответственно, они конвертируются в LifeWire потоки, и там они деконвертируются в АЕС-сигналы. И далее, после деэмбеддинга, скажем так, АЕСов, стоит Digital Silence Monitor Broadcast Tool Sentinel 3, и по возможной тишине более 6 секунд идет переключение на резервный канал доставки. В случае, если у нас какая-то проблема с студией больше 6 секунд, либо, боже упаси, оба темных волокна прикажут долго жить, то, соответственно, стоит сервер резервного вещания, на котором крутится резервная программа для каждой из радиостанций. Что еще интересно, можно сказать, у нас одна из радиостанций нашего холдинга присутствует с недавнего времени в Балашихе. Мы из Актора переехали в Балашиху, Хит-ФМ. Основная линия доставки уже тут немножко по-другому у меня сделана. Это, опять же, полностью вынос офисного LifeWire до Балашихи. А резервный канал, учитывая отсутствие некоторые ограничения необходимых операторов, которые могли бы доставить темные волокна до Балашихи, мы уже используем APT-шный кодек через VLAN компании Comcor, 2-мегабитный L2 поток. Ну, просто IP-поток кодековский проброшен через этот VLAN-чик. Ну, все очень просто. Но до кода, конечно, другая история. Точно так же основное волокно – это
Бравро с офисной акцией, а резервный канал на старте там более интересно, так как мы раньше еще с Актода отдавали РУ-ТВ на подъем через Русат, у нас до сих пор там остался вынос SDI-ов, которые имбедированы, соответственно, в радиостанциях. То есть стоят профлексы, в которые заходит имбедированный видеосигнал, ну, соответственно, на кто-то вынимаем аудио и подаем уже в, как резервный канал доставки в FM-процессор. Вот такие вот истории. Смотрите, с Балашиха могу рассказать. До 2007 года у них мачта, башня такая еще старая, она была высотой 150 метров, если не ошибаюсь, 147, что-то такое, да. И рядышком с ними, прям буквально в 120 метрах, начал расти жилой комплекс. В связи с чем они были вынуждены построить новую мачту высотой 300 метров. Но, к сожалению, тот жилой комплекс разрастался и разрастался. И как в году 2011-2012 уровни допустимых электромагнитных показателей на верхних этажах этих высоток уже не соответствовали нормам. И для того, чтобы избежать этих уровней, очень долго специалисты Балашихи работали с антеннами, там постоянно были ночные отключения и так далее. А в итоге все-таки не было другого выхода, как еще нарастить свою мачту. И в итоге в 2013 году была большая стройка у них. И с 300 метров они нарастили мачту до 430 метров, что, собственно, уже позволило, скажем так, обойти эти высотки. Плюс антенны, которые ребята из Балашихи проектировали и заказывали только под себя, они как раз-таки позволили даже на крышах этих высотных зданий, 25-этажных, если я не ошибаюсь, достичь приемлемых уровней. И сейчас жители этих домов, собственно, ни о чем могут не беспокоиться. Сделай добавление по Балашихе. Благодаря этой стройке теперь на Балашихе есть у нас 3 уровня антенн, и у нас нет фактических профилактик. То есть если нужно проводить антиобледенение или работу с лепестками антенн, которые вырывают, у нас поочередно отключаются антенны у всех радиостанций абсолютно. И инженер проходит до необходимой точки, там работает. То есть у нас там такое по АФУ тройное резервирование. Плюс на Балашихе предоставляется тебе передатчик по договору, подменный на время профилактики его передатчика или выхода его из строя, или какой-то части передатчика или усилителя. А вот на Актоде у нас проблема в том, что им некуда расти. Почему одна из причин, что, да, так скажем, есть поток, почему уходит Актода постепенно, и как бы мы тоже об этом подумываем, поскольку качество сигнала, конечно, желает просто, я не знаю, лучше, не знаю, как это даже сказать, потому что им, ну, невозможно решить, плюс там, опять же, рядом с ними происходит застройка и отсутствие резервирования. То есть один единственный передатчик на всех. И плюс Актод работает только с определенной фирмой передатчиков. Современные передатчики данной фирмы очень низкого качества. Я честно скажу, как бы у меня не было длительного опыта с Останкино. Я с РТСом общался только в рамках доставки сигнала. И там мой опыт, к сожалению, печален. Я не могу сказать мне на положительного момента. Вот. А Балашиха такой друг. Вот реально друг. У нас в Москве присутствуют все три поляризации. Да? Останкино — это горизонтальная, Актод — это строго вертикальная, Балашиха — это круговая. Вот. Актод почему выбрали вертикальную? Это исключительно ради автомобильных антенн. Так как большинство антенн вертикальные, ну, либо под подводным углом. Да? Вот. Почему Останкино выбрали горизонтальную — вопрос сложный, но я полагаю, что это из-за того, из-за производителя антенн, так как у них что телевизионные антенны, что радийные представляют один и тот же вендор. Вот. А Балашиха уже более конструктивно подошли к этому вопросу. И даже я помню, лет 5 назад был эксперимент на первой антенне в Балашихе, откуда вещает, ну, половина радиостанции, авторадио, Energy и так далее. Да? В течение пары-тройки месяцев для экспериментов выключали горизонтальную поляризацию. Соответственно, в Балашихе
все эти радиостанции работали только с вертикальной поляризацией. То есть вибраторы, которые работают в горизонтальной поляризации, их включали. Каким делом, образом они делали, я не знаю, но однако факт, да. И субъективно при работе только в вертикалке покрытие становилось хуже в каких-то местах. Вот в области становилось хуже. Вообще даже по Москве, по области круговая поляризация, она сильно выигрывает по сравнению с другими. Единственное, что еще в Москве у каждого ключевого центра, кроме Останкино, есть свои, так скажем, темные пятна, где сигнал, ну, он просто не принимается. Вот, там просто соотношение сигнал-шум, оно дикое. И как бы какие ни делались эксперименты, и, например, когда Балашиха выросла, и многие радиостанции профмедиа, как Газпром-медиа, они увеличили мощность в разы. Это никак не сказалось именно на приеме в этих точках. И они прям конкретные, когда ты приезжаешь с мобильным измерителем по этим точкам, что в движении, что ты остановился на более четкий прием. Вот как они там не вещали, так они там и не вещают. При этом у Останкино, естественно, просто ошеломительное покрытие. За исключением, если ты только под самим Останкино находишься, там ничего не принимает. Скажу, что у нас одна частота в небольшом городе. Видимо, это связано с электромагнитной совместимостью, потому что в Краснодарском крае достаточно большая загруженность частот. То есть тут практически найти свободные частоты в некоторых городах уже не представляется возможным. И главный радиочастотный центр уже меняет вертикальную поляризацию на горизонтальную. И в одном небольшом населенном пункте у нас есть антенны, которые вещают в горизонталке. Ну, по опыту скажу, что нужно подводить как минимум в два раза большую мощность, чтобы получить тот же охват территории, нежели вот если бы мы вещали с вертикальной поляризацией, по моему опыту. Хотя и антенные системы, которые используются в горизонтальной поляризации, ну, достаточно громоздкие, по крайней мере, те производители, которые мы используем. Я считаю, что при больших высотах подвеса, значит, ну, наверное, горизонтальная поляризация, она сравнима с вертикальной, в общем-то, по эффективности. У нас был недавний случай в Новороссийске. В Новороссийске стоит объект РТРС, он находится на горе, и, если я не ошибаюсь, это вторая по высоте после Останкино точка. Значит, там, по-моему, 400 метров над уровнем моря. Значит, его еще называют в простом народе шприцом. И мы, когда взяли в управление радиостанцию, одну из радиостанций формата ЕНГ, мы перешли на рядом стоящий объект. Это башни РСВО «Мерит», которые строили для Олимпиады. Значит, и эти станции, и эти вышки, и объекты связи сейчас практически не используются, и мы в некоторых городах используем, арендуем у них инфраструктуру. Мы перевесили, значит, там башня высотой где-то метров 70, ну, стандартная башня сотовых операторов, а висели мы на объекте РТРС, вот у него сама башня где-то метров 200, еще и на доминирующей высоте, где-то, ну, в общем-то, 500 метров над уровнем моря даже там получается. И мы предварительно сделали, заказали расчет, чтобы не потерять в зоне охвата, потому что Новороссийск находится, в общем-то, в низине, а это доминирующая высота. И, как ни странно, расчеты показали, что с учетом рельефа, что даже если мы уменьшаем высоту подвеса антенны на 150-180 метров, у нас зона вещания практически не меняется. Что и, в принципе, было доказано уже на практике. Мы когда ушли с РТРС, значит, повесили у нас там трехдипольная антенна круговой поляризации, и практически, если уменьшилась зона охвата, ну, может быть, процентов на 7
максимум 8%. То есть мы ездили, замеряли напряженность поля, то есть практически не изменили, не изменилось, но мы выиграли, естественно, экономическую составляющую, потому что, значит, вы сами понимаете, что РТРС, у них свои тарифы и свое видение. В теперешних экономических условиях, я думаю, что первое, на что обращают внимание вещатели по всей стране, небольшие вещатели, небольшие хопинги, это вот на затраты на распространение сигнала. Ну, у меня сейчас ни одного нет передатчика, который базируется на объекте РТРС. Вертикальная, да, это связано с конструкцией башни. Она досталась из вот такого проекта связи Алтай, связь Алтай, если по Советскому Союзу захватить, ты должен помнить, они башни даже типовые, такие с зонтиком. Да, и первая антенна была повешена за счет того, что она легкая, да, там вибратор весит 1,5-2 килограмма дюралевый. И как-то они нам понравились, и все три антенны наши, они теперь это однотипные. Плюс, действительно, зона покрытия, при условии, что высота подвеса у нас на 40-50 метров ниже, чем на РТРС, зона покрытия гораздо выше. Ну, я так подозреваю, за счет качества АФУ именно фидеры, мосты сложения, коэффициенты передачи антенны. И даже не задумывались о том, что нам пересчитаться в другую поляризацию. Плюс еще такой пример странный, я считаю, потому что по школе быть такого не должно. А у нас на юго-запад, на Новосибирске, простирается водохранилище. Так вот, зона приема за счет того, что вертикальная поляризация, странно, да, отражается, я так понимаю, от поверхности воды, туда зона приема не по расчету, а именно вот по измерениям, да, то есть когда едешь на автомобиле с зенитным приемником, либо просто путешествуешь и слушаешь приемом гораздо дальше, чем, ну, в обычном поле, да, или там городской стройке тем более. Вот, поэтому мы даже вот не задумывались о смене поляризации, плюс потому что действительно надо пересчитывать нагрузку на мачту, надо делать лицевую связь, ну, таких проблем, чтобы не было приема для застройки, ну, пока нет в городе нашем. Да, есть, коллеги говорили, мертвые зоны в городе, это вот ничем не объясняется, ни зданием, ничем, может быть, там, отдельными какими-то залежами, там, да, прием отвратительный, причем это не так далеко от вышки, там, на прямой видимости. Приема там, но справедливости ради, там приема не только у нас. Там мы, допустим, методом научного тыка выяснили одно место в городе, где коллеги сначала жаловались между собой, потом, когда встретились, пообщались, да, в этом месте ни у кого приема нет, и перестали даже на эту тему, ну, париться, потому что, ну, что-то там с физикой как-то не так. Ну, и была другая проблема, мы когда принимали со спутника на 13 градусов одного из участников, ближайшая застройка, да, в квартале от нас, нам закрылась спутник. Мы перешли какое-то время, больше полугода, принимали только через интернет. Я не скажу, в каком городе это было, очень долго мы боролись, вроде бы недавно с этим человеком мы расставили все точки над «и», благо сейчас проблема отсутствует. Ну, скажем так, еще до приобретения данной частоты за русской медиагруппой, это была, ну, скажем так, был какой-то локальный бизнес некоторых товарищей, были чистые франшизеры, вещали одну из наших радиостанций в одном из регионов нашей большой необъятной родины. Вот. Далее эта частота была выкуплена со всеми потрохами зал РМД и стала, собственно, филиалом. Вот. Но по, скажем так, привычке, что ли, этот товарищ, будучи конкурентом, собственно, одной из наших радиостанций, он продолжал немного гадить. И раньше это были какие-то попытки заглушить нас, да, то есть включить на той же самой частоте передатчик с пустой несущей, соответственно, полностью практически перекрывая эфир на всей территории. К сожалению, несколько лет назад, напротив
место, где был раньше расположен передатчик, вырос высокий дом. Примерно та же самая ситуация, что в Балашихе, правда, там был уровень подвеса гораздо ниже, вот, вырос высокий дом. И буквально в метрах 50 от этого высокого дома как раз находился наш передающий оборудование. А, к сожалению, безусловно, мы не проходили по всем санитарным нормам в этом месте. И как раз уже начали заниматься перерасчетом на новую точку. И этот товарищ, подсуетившись, вооружившись приборами, пробежался по всему дому, показал эти цифры, которые, безусловно, превышали допустимые нормы всем жителям. И эти жители написали коллективное письмо не кому-нибудь, а лично Путину в Кремле. Из Кремля прилетает, соответственно, Роскомнадзор, петиция о том, ребята, что происходит, почему такие письма к нам приходят. Ну, а дальше, соответственно, спустилось все это к нам. Но в течение 2 месяцев произошел ангажированный суд, в котором, собственно, даже наша сторона не была выслушана, а было предписано нам остановить вещание на 3 месяца, в тот момент, когда мы уже разрабатывали новую частоту, новую точку вещания, вернее, резервную точку вещания на тот момент. И нам не оставалось ничего другого, как просто спешно, ну, благо это не Москва, да, это регион, спешно взять все оборудование из той точки, перенести оборудование на еще разрабатываемую резервную точку вещания. Мы там включились, все хорошо, некоторое время вещали, и потом опять начались очень интересные помехи в эфире, скажем так. То есть самый прайм-тайм – это утреннее шоу, вечернее шоу. Появляется параллельно несущий на то же самое частоте. Без программы, без ничего, просто. Та же самая частота FM, пустая несущая, и, соответственно, прием в городе становится, скажем, мягким, неудовлетворительным. Если машины не видишь, то есть сигнал, то нет сигнала и так далее. Ну, где-то в одном месте можно поймать частоту, да, вот чуть двинуться на 0,5 сантиметра, на метр, и все, да. Вот. Поначалу, конечно, думали, что это такое, поменяли и АФУ, и передатчик. Ну, были мысли как на наше оборудование, да, хотя понимали, что маловероятно. Но в итоге писали письма и в местные РЧЦ, и в Роскомнадзор. В итоге опытным путем нашли мы это место, откуда, собственно, частота включается. Причем этот товарищ очень хитро сделал. Доподлинно не знаю, что за оборудование у него стояло, да, но... Подозреваю, что у него стоял некий ретранслятор. Я вот два Велкома видел подобную железку. То есть он при наличии полезного сигнала с частотного входа, да, дает некую GPIO-команду, и передатчик, соответственно, включается. Как полезный сигнал исчезает, соответственно, команда уходит, передатчик включается. Соответственно, он сделал очень хитро. В тот момент, когда наш передатчик работал, и на нем была модуляция, да, программа, соответственно. Его передатчик точно даже включался. Стоило мне свой передатчик погасить, буквально через полсекунды его передатчик точно так же выключался. Соответственно, отловить его было практически нереально. Из РЧЦ местного ребята приезжали, они неделю там жили, но они увидели, да, что в один момент, что сигнал идет с этой башни. Этот товарищ, видимо, как-то ночью подъехал, оборудование демонтировал, вот к нему даже зашли в контейнер с санкциями, ничего не нашли. Что самое забавное, да, вот где-то год назад, как раз в мае я там экспериментировал, я нашел ту мощность, при которой его железка не обнаруживала сигнал, да, и мы очень долго работали на мощности, все было хорошо, да, это 5 ватт. На 5 ваттах мы работали. Это, конечно, было очень смешно, но... Скажу так, километров не 15-20, этих 5 ватт хватало, но просто при условии того, что сама антенна, получается, там стоит на возвышенности, да, плюс мачта, там порядка, ну, 400 метров от уровня моря. Ну, радио уже превратилось не, собственно, радиовещание, а радио – это некий мультимедийный продукт, который распространяется среди людей. Распространение может любым быть. Вот. При помощи передатчиков, при помощи интернета, может быть, еще каким-то способом телепатии может быть когда-нибудь передавать. И, соответственно, два этих... То есть мы имеем, что продукт, ведущий музыку, новости, все что угодно, вот этот упакованный
с музыкой, с подложками, с заставками, называем словом радио, а следом идет два пути, как мы будем это распространять среди радиослушателей. Можем распространять радиоволнами, можно распространять в цифровом виде через интернет. Почему я говорю, что радиостанции, часть радиостанций так и останутся вещать и в эфир в том числе. Но это как дань традиции, наверное, и либо поддержка тех людей, у которых осталось эти приемники. Ну, пока еще выпускаются автомобили с приемниками с FM, соответственно, FM вещание не умрет. Но распространение вещания в интернет будет расширяться. Сейчас единственная проблема, я считаю, это вот тот небольшой промежуток, но он, скорее всего, скоро будет пройден и закончен, когда удобство пользования FM-приемником перейдет в удобство пользования приемником интернет-радио. Почему пока FM не нужен? Потому что удобно. Ручку не покрутил, настроил. А все-таки интернет-радиостанции пока достаточно сложно. Никто не может между собой договориться. Каждая радиостанция выпускает свой плеер, вот мы ставим, чтобы мы послушать все наши станции, у меня стоит 4-5 плееров, так, чтобы из интернета слушать радиостанции. Причем я слушаю московские радиостанции, то есть наш эфир, к сожалению, а мне надо наоборот себя отслушивать. Вот, и поэтому идеальное будет устройство, наверное, такое, я себе представляю. В нем будет и FM-приемник, и интернет. И пока я нахожусь в зоне уверенного приема, я слушаю FM, потому что качество там получше, там, ну, может быть, по-всякому. Ну, в общем, исходя из того, что в городе, где есть прием с обычной FM-передатчиком, я слушаю FM-трансляцию. Как только я выезжаю, выхожу или выбегаю за зону приема FM-станции, у меня приемник должен переключиться на интернет-поток той же самой станции. В идеале бесшовно. Ну, мы понимаем, что бесшовно это вряд ли возможно. Но хотя бы тот же самый контент шел дальше. Вот. Раньше это пытались решить там, при помощи РДС, когда приемник переключался на другую частоту при переезде из одного региона в другой, но зоны непокрытия FM-приемом все равно существуют и большие. И в этом месте принимал бы через 3G, там, 4G приемник. Вот. Ну, я как-то читал в одной из книг про FM-вещание. В Америке однажды проводили, значит, опрос, почему слушают радио. Значит, и главным ответом был на вопрос, почему радио слушают, потому что оно бесплатно. В общем, пока FM-вещание будет бесплатным, я думаю, значит, оно будет долго жить. Естественно, значит, нельзя недооценивать, значит, интернет-ресурсы. Сейчас много различных онлайн-сервисов, и молодежь, естественно, активно их использует. Поэтому сейчас, ну, я знаю, как партнер ведущих холдингов российских, многие холдинги, значит, стараются даже региональные потоки, значит, уже интегрировать в свои платформы. Скажем так, мы вещаем несколько радиостанций, где у нас уже есть заведены в мобильные приложения федеральных радиостанций и сайты, онлайн-потоки местных радиостанций и с рекламой, и с местным вещанием в том числе. Естественно, мы можем уже отслеживать на платформах, значит, пики прослушивания. То есть, когда это уже осязаемо, можно уже что-то даже показывать рекламодателям. Хотя это показатель, естественно, FM-вещание мы не можем отследить, сколько слушают нас в пиках, какое утреннее шоу популярно, какая программа популярна, какой сегмент времени наиболее прослушиваем. Но если мы смотрим прослушиваемость с интернет-потоков и мобильных приложений, то там уже как бы все ясно и понятно. Соответственно, будучи в Сочи в прошлом году на семинаре Академии радио российского, да, там поднимался вопрос, и он постоянно поднимается, по созданию единого, значит, какого-то продукта, да, отраслевого,
где будут сосредоточены все радиостанции, в том числе и федеральные, и региональные. То есть интеграция с Яндекс.Радио тоже на острие проблемы, поэтому сейчас я думаю, что и ведущие московские холдинги, они сосредоточены тоже в свои усилия, чтобы радио слушали в том числе в интернете, потому что это, естественно, вызов времени, и никуда от этого не денешься, нужно, так сказать, держать нос по ветру. Вот мое, по крайней мере, предположение такое. Тоже пару слов по этому поводу скажу. Безусловно, есть уже магнитолы со встроенными, со встроенной возможностью прослушивания интернет-радио и так далее. Но это все, в принципе, хорошо в крупных городах, где устойчивое покрытие интернета, там 3G, 4G, возможно, 5G скоро будет. Ну, допустим, даже вот если мы возьмем московский регион, есть не особо даже отдаленные от Москвы места, когда ты вот в Москве километров 10, 15, 20, отъехал куда-нибудь в сторону трассы, свернул, и у тебя даже не то, что 3G, у тебя в лучшем случае 2G еле-еле. Где-нибудь вытаскивать, да, вот, такое вот прослушивание радио, да, FM воткнул, и он работает, да, вот, зашипела волна, ушел на другую частоту, вот, а тут, конечно, уже сложнее будет. Когда будет тотальное покрытие, да, либо будет какая-то агрегация сим-карт, наверняка будет устройство, да, там, ты, там 3-4 сим-карта воткнул, ни один оператор, ни другой у тебя будет работать, да, тогда можно будет, а в любом случае это деньги. Да? Вот, это будет что-то стоить. Это не так удобно, как FM. А большинство все-таки FM слушают в автомобилях, и, ну, я думаю, что минимум лет на 10 нам особо не о чем беспокоиться. Но это мое мнение. Я думаю, что и до даже эры цифрового вещания не о чем беспокоиться, поскольку все-таки эфирное вещание останется эфирным вещанием. Я, во всяком случае, как у нас делается, у нас не уделяется большого внимания интернет-версии цельного продукта. Уделяется внимание непосредственно подкастам, и вот каждую, то есть больше внимания уделяется социальным сетям для развития именно продукта своего. Ну, скорее всего, это специфику радиостанции информационного характера. Очень тяжело как-то ее просто вот стримить в интернет, потому что зачастую люди именно из-за неудобства надо найти, нажать ссылку какую-то в браузере, может, ваш плеер, который на сайте не поддерживается, он там его не сверстали, или какое-то вышло обновление, его не переверстали и так далее. Поэтому под каждую один продукт, создаваемый, он под каждую социальную сеть делается по-разному. Я надеюсь, что когда мы будем ходить в эру цифрового вещания, чтобы все-таки мы даже не задумывались о том, где мы слушаем радио, интернет-поток – это цифра или аналог. Важно, чтобы при развитии цифрового вещания мы выбрали правильный путь, и если можем, на это каким-то образом повлияли, потому что, ну, мое такое очень плохое, не всем нравящееся мнение о том, что если мы пойдем по принципу телевидения, по принципу мультиплексов, мы убьем очень много радиостанций. У нас будет отсутствовать региональные версии этих радиостанций, что очень плохо. И вот тогда мы даже не будем с вами разговаривать о том, что где слушать в интернете или в эфире. А так интернет нисколько не грозит нам. Слушали в эфире и будут слушать. Это еще, говорю, я в самом начале сказал, что мы одно время думали, что у нас радиостанция, которая идет очень сильной нагрузкой, проводное радио, а оно как бы, плохую вещь скажу, аудитория-то уходит проводного вещания, а по факту мы видим по отклику и по количеству звонков, понятно, там такие очень специфически ориентированные программы, они в основном все социального характера, это там приход там местных всех глав и так далее, да, там какие-то юридические вопросы, какие-то вопросы с недвижимостью и так далее, и это там просто шквал обращений, и иногда зачастую у нас там продюсер эфира, это просто как справочник целый день, это справочник по всем вопросам, которые... Поэтому просто нам пока нечего бояться. Это отлично, но это оптимистичная нота. Я хочу вас еще раз всех поблагодарить за время ваше, за то, что вы присоединились сегодня к нам. И сегодня, 2 мая, сегодня день радио. И несмотря на то, что отмечается вся сфера,
огромное. Вас хочется поздравить как-то особенно, потому что именно вы люди, ответственные за техническую часть. И благодаря вам во многом радио доступно 24 на 7. И за это отдельное вам спасибо. Всем ура! Ура! Коллеги! С праздником! С праздником!